Всем привет! В мастерскую Ларус поступают новые работы, оформленные в рамы. Вот и эту работу Сережа принес в раму. Кстати сказать, это у мастера нашего Сережи такая дочь, рукодельница Аня. И вот она дома вышивает. У нее, скажу, замечу, что у нее трое детей, двое маленьких, из которых совсем малыши. Вот. И девочка-подросток, Лерочка. В общем, Аня сама такая деятельная, активная. Она очень любит вышивать, очень любит творчество. И вот ее работу. Ну, вот смотрите, вот надо ж так вышить. А? Вот приближаюсь я. Это бисер круговой, круговой бисер. Вот она сидела вечерами и под детский лепет вот такое вылепливала, то есть вышивала под детский лепет. Юная мама. Вот, девчонки, смотрите, как красиво. Сережа, правда, уже завернул в пленку, и вот это затрудняет видимость этого шедевра. Но вот я попробую сблизи. Прям вот, видите, круговая, вот центр сотворения мира. И вот пошло. Называются «Свечи и цветы». Подсвечник золотой. Красивая тема. Я думаю, что кто увидит, у того прямо рука сама потянется написать комментарий. И я думаю, что, может быть, даже кого-то вдохновит тоже на работу на такую. Интересные работы у Ани, безусловно, интересные. Каждая работа – это шедевр. Я без преувеличения говорю. Очень красиво. Одета она вот в такую раму красивую. И тройное паспорту. Вот такие дела. Да. Так что вот такие у нас работы идут. Просто шедевры. На этом пока. С вами была художница Лариса Изюмченко. Мастерская Ларус, город Покровск. Торговая 8. Приходите, приносите свои работы. Вот, и я думаю, что вы сможете и заказать тут раму к своим работам. Вот, и ваши шедевры будут одеты в такие красивые рамы профессионально. На этом до свидания.